это... Последняя содержательная лекция с новым материалом. Следующая лекция – это консультация. Собственно, для всего этого. Поэтому постараемся сегодня быстренько все закончить. Давайте с вами начнем с пирамиды. Она же куча. Куча. Она же пирамида. И она же по-английски heap. Это такая структура данных, у которой на вершинке всегда торчит наибольший или наименьший элемент. Принцип царя горы. Я в конце прошлой лекции рассказывал, как она устроена. Вот. И добавляемое число добавляется в конец. Вопрос вот в чем. Организация хранения вот такой вот структуры по типу дерева требует существенных алгоритмических сложностей. Вот если я реально буду хранить двоичное дерево, мы это в следующем году будем делать, в следующем семестре, календарном году. Вот. Нам нужно, если мы будем организовывать это ссылками друг на друга, то нам нужно будет целых 3 ссылки в каждом звене, кроме хранимых данных. Ссылка на родительский, ссылка на дочерний, слева, справа. Так вот, для кучи можно этого не делать. Кучу можно организовать в обычном массиве. И вся фишка именно в ее последовательном заполнении слева направо. То есть, когда добавляется очередной элемент, он всегда добавляется преимущественно слева, да, причем всегда вот так вот, но при этом перестраивается как-то структурка, причем она перестраивается достаточно легко. То есть перестраивание при добавлении очередного элемента состоит, ну, в том, что это число прокатилось наверх, а остальные приспустились вниз. Все. Вот. Значит, как именно в обычном массиве? Смотрите, вот этот элемент будет вот индексом 0. Дальше продолжаем как бы вторую строку. Соответственно, этот элемент имеет индекс 1, этот 2. Дальше продолжается следующая строка, да? Третья строка. Соответственно, у этого элемента индекс 3, 4, 5, 6. Давайте попробуем индуктивно понять, как у нас связаны индексы родительского и дочерних элементов. Смотрите, у единички дочерние кто? 3 и 4. Да? У двоечки 5 и 6. Да? У нолика 1 и 2. Смотрим внимательно по индукции. Домножаем число на 2. Да, ну, в данном случае давайте вот сюда, у двойки лучше все видеть. Домножаем на 2 и прибавляем 1. Домножаем на 2, прибавляем 2. Да, то есть у нас получается, что индекс левого дочернего равен чему? 2 умножить на i плюс 1, а индекс правого, индекс r, он чему равен? Давайте L большой включу. И L. И R. Дважды I плюс 2. Понятно, да? Теперь в обратную сторону. Мне требуется по индексу элемента вычислить его родителя. Кто у него родитель? Как мы это делаем? Смотрите, беру у пятерки двойку, у шестерки двойку. Если бы это было 5, там 4 и 5, было бы понятно. Ну, потому что я бы поделил на 2 с отбрасыванием остатка. А здесь частное разное. У пятерки 2, у шестерки 3. Но если я вычту единичку, то как раз получится у меня 4 и 5, да, и с вычтенной единичкой делим на 2 с отбрасыванием остатка, как раз получается индекс родителя. Понятно? Поэтому получается, что индекс родителя, давайте и parent, и p
равно чему? И минус 1 пополам. Ну, естественно, что дробь с отбрасыванием остатка. Да не дробь, но это волчистое. Так, вот это осознанно. У меня есть единственный элемент, у которого нет родительского. Это тот, у которого индекс 0. То есть я могу всегда проверить, да, нулевой элемент, значит, это родительство. Дальше у меня есть еще один момент. Я когда буду заполнять этот массив, то у меня будет верхняя граница. Да? Она в принципе определяет, где сейчас, вот в какое конкретное место массива я буду класть. Мне хранить эти ссылки не надо. Я всегда по индексу элемента всегда могу найти в этом массиве, где у него конкретно лежит родитель, где у него лежит ребенок, левый и правый. Понятно? Вот давайте не будем торопиться сейчас к алгоритму переходить. Да? Еще раз. Мне достаточно хранить просто данные, просто в массиве. При этом я, давайте вот так вот договорюсь, что, допустим, у итого элемента, например, у первого, да, какой-то элемент является его родителем по иерархии, а какой-то его детьми, левым, правым. Ну, условно, детьми. Я прикинул, посчитал, у меня получаются вот такие вот соотношения по индексам. Понятно? Если вдруг возникает такая ситуация, что у меня есть предельная заполненность этого массива. Массив заполняем слева направо. Ну, например, у меня сейчас там хранится всего 5 элементов. То есть у меня тут финиш. Ну как финиш? У массива, у списка всегда есть продолжение, да, его можно всегда продолжить. Но сейчас там 5 элементов. Да? N равно 5. Но я могу проверить у какого-то элемента, вот давайте, у элемента с индексом 2, да, я беру, домножаю на 2, прибавляю 1, и я перед этим проверяю, лежит ли оно, собственно, в диапазоне N. Меньше ли он, чем N? Если меньше, значит, у него есть ребенок. А если нет, то, ну, просто нет, значит. Понятно? Ясно? Да. То есть, еще раз говорю, мне сейчас, я за счет того, что такая возможность организации хранения, такая особенность есть, что дерево всегда сбалансировано, такое слева направо заполняется, я могу вообще ссылки не хранить, а только пользоваться формулами, чтобы выяснять, где относительные элементы. А вот теперь можно, собственно, начать разговаривать про алгоритм. Итак, давайте с вами сделаем класс куча. Даже на самом деле, в чем ценность? Мы можем не делать класс. Мы можем работать тупо в списке. Только помнить у себя в голове, помнить, что этот список является кучей. И все. То есть, так, этот список куча. Так, это не просто список. В нем элементы расположены по принципу кучи. Если я буду добавлять элемент, я должен его добавлять специально. Как добавляют элемент в кучу? Давайте способы добавления в кучу назовем так же, как у стека. Push и pop. При этом push происходит всегда в конец, ну правда потом встраивание, да? А pop всегда максимального элемента. Ну или минимального. Как мы решим сейчас. Понятно? Ну что, поехали. Значит, тогда не делаем класс, работаем прямо на просто на списке. То есть функция будет потреблять список и изменять его, добавляя туда. Значит, что я пишу? Df push кого? Давайте назовем его только так, не просто push, а hip push. Hip push. Я туда даю список A и, собственно, значение, которое собираюсь туда заложить. Давайте X назову. Первое, что я делаю, это пихаю его в конец. То есть этот элемент надо допихнуть в конец. Это делается очень просто. Как раз A – это просто список. Так что A – append X. Список расширился, X автоматически сюда встал. Он уже встроен в структуру просто потому, что не нужно никаких ссылок, просто фактом того, что он в списке, все, можно
начинать борьбу за существование. Теперь его тащим вверх. Каким именно образом? Пока, давайте так, я введу текущий индекс. Текущий индекс у меня равен чему? Лен А минус первый. Его положение сейчас, его индекс, это лен А минус первый. Я буду сравнивать его с его непосредственным родителем. Не больше ли он по значению, чем родитель? А так как? Но до каких пор? То есть у меня будет как-то циклически это происходить. Давайте пока на секундочку откроем. Хотя ладно. До тех пор, пока он не стоит на самой верхушке. Ну то, что после добавления элемента кучи не пуста, это понятно. То есть он хотя бы, если она была пуста, если список был просто пустым, то, ну, он встал сюда, поэтому мне как раз надо бы и проверить даже, да, вдруг надо ничего не делать, ни с кем соревноваться. Так вот, что, пока и у меня не равен нулю, пока и не равен нулю, да, пока и не забрался наверх. Ну давайте так, я сейчас не буду вписывать сразу сюда, лучше брейком сделаем. Пока и не равно нулю. Что я делаю? Я вычисляю его parent, да? IP, индекс parent. Не интернет по такому. Итак, что он у меня? Это i минус 1 пополам. I минус 1 пополам. Теперь, что я спрашиваю, если у меня, значит, если я уже меньше, чем мой родитель, то есть у него есть какое-то значение, да, вот если это и, то этого и, b, его индекс, да, ну, соответственно, это а, и, b, а, а, это а, и, b, да, то есть это а, и, b, а это, товарищи, это а, и, b, b. Так вот, я говорю, если у меня А и ты, если А и ты, у меня, кого мы сейчас будем, максимум или минимум наверху? Максимум. Давайте максимум. Если А и ты меньше, чем А и ты, меньше, в этом случае break. Я специально делаю сразу выход, потому что все равно брейк придется делать, только иначе бы это дело было в else. То есть я говорю, если ты уже на своем месте, то все, прерываем цикл, значит окей, все. То есть все нормально, мы его вставили, и ему там и место. А почему не return? А? Почему не return? Ну хороший вопрос, почему не return. Можно и return сделать. Можно вопрос? Да. А брейк, он до какой стадии выйдет? Он выйдет из while? Брейк выходит из while. Брейк разрывает цикл, идет дальше. Но у нас правда, действительно, можно и return написать. Ну, если бы это было вне функции, я оставлю брейк. А в принципе, если бы я вписал вот это вот IP прямо вот сюда, то вот это условие можно было бы прям while добавлять. Точнее, там наоборот, там как раз наоборот. Ну, не будем, я лучше оставлю, чтобы было явно виден индекс родителей. Вот. А дальше это значит, что я таки сражаюсь. Каким образом я сражаюсь? Меняюсь местами, уже сразился, уже побеждаю, да? Да. Да, прошу прощения. Прошу прощения, меньше либо равно, а то у меня получается при прочих равных я поднимаюсь вверх. Хотя это не так существенно, но для очереди с приоритетом, чтобы все-таки очередь была, а не так, что я пробиваюсь вперед. Все-таки надо меньше либо равно. То есть если я равен, то я не пробиваюсь. Им одинаковых сил, значит, я не могу завоевать. Итак, что я делаю? Я меняю местами А и ты и А и ты. Равно А и ты. А теперь, собственно, перешагиваю. Теперь у меня значения поменялись местами, но индекс-то у меня теперь этот, поэтому и
должен указывать на того, кто раньше был IP, потому что теперь он должен продолжить попытки добраться до верхушки. Поэтому я говорю и равно и print. Индекс current. Ну, собственно, действительно, на этом все. На этом подъем завершится. Либо я стану родителем, этим, в смысле, царем горы, да, либо уже не могу победить и выходим. В любом случае, у нас элемент добавлен в список, и он с него встроен с сохранением свойства ключ. Ну, в общем, удаление элемента из кучи будет немножко сложнее. В принципе, объясняется оно так же, но там есть дополнительная сложность обработки ситуации, когда у нас у очередного нет левого... То есть там логика какая? У нас верхний элемент надо забрать. Мы хотим сделать хип-поп, добыть оттуда максимальное по значению. То есть мы его удаляем. Это, конечно, хорошо, но мы же не можем просто так, да? То есть нам нужно кого-то сюда поставить. Ну понятно, что по идее должен встать либо этот, да? Это понятно. Но мы сделаем вначале так. Мы поставим туда самого. Сейчас, секундочку. Почему первый интересный? Какой-то алгоритм? А, понятно, сделали упрощенный вариант. Нулевой не заполняется. Но это не так. Понятно, значит, мне придется переделать алгоритм слегка на ходу. Придется, видимо, чуть-чуть самому писать, но некорректно. Короче говоря, вставляем туда самого последнего, на его место, и начинаем его спуск. Причем будем выбирать на замену вот сюда большего из вот этих двух. Ну, соответственно, да. Этот элемент спускается. А? Самый верхний элемент выдаем, самый максимальный. Давайте так, вот давайте даже сейчас никого не ставим. Для начала разберемся в принципе с логикой. Да? У нас царь горы заболел и ушел. Uh-huh. Я устал, я пошел домой, меня позвали. Да, и на его место кто претендует фактически? Ну, только этот или этот. Да? Ну, соответственно, у меня один из элементов, то есть задача в каком-то смысле рекуррентная. Я могу сейчас рекуррентно решить, понимаете? То есть, потерян царь горы. Так никаких проблем, вставляем его сюда и потерян царь горы. Да? То есть логика проста на самом деле. Да, вопрос вот в чем. А если у меня оказывается, что вот этот элемент, который, ну давайте я сейчас конкретику какую-нибудь напишу сюда. Какую-нибудь конкретику. Ну, например, у меня здесь была семерка, не знаю, шестерка, пятерка, четверка, тройка, двойка. Семерки не стало. Я кого должен поставить? Шестерку, очевидно, да?
Теперь тут потери, ну этого под дерево, потери царь горы. А? Четыре. Кого? Выбираю из него этих четверка, четверка сюда. Друг переставляю. А дальше вопрос, что делать с этим элементом? Переставляю. А? Переставляю. Как? Третий, четвертый. А, потом надо пятый, четвертый. Блин, да. Тут есть некоторая сложность на самом деле, потому что вполне возможно, сейчас я дополнительно это попробую сделать. Давайте сделаем с большими числами. Было число 100, здесь число 90, а здесь число 80. Здесь число 70, а здесь число 30, 20. Ну, как-то так. У меня 100 исчезло, на его место встает 90. Да? Дальше 30. Встает на его место. А теперь вопрос, что делать сюда? Нет, ну я, конечно, могу и сделаю так. У меня должно уменьшиться место именно тут. То есть я должен вот этого товарища упаковать, потому что массив должен быть плотным. То есть элемент здесь нужно просто вычеркнуть. Поэтому что я должен делать? Я его оттуда удаляю, да, вставляю сюда. Но! Вы понимаете, что это может нарушить свойство кучи. Но это уже в обратную сторону, это уже привычная ситуация. То есть у меня удаление, оно состоит из того, что я вот вначале прокатываюсь волной вниз, потом осуществляю перестановку с конца в то место, где, собственно, я закончил. Понятно? А потом уже, потом, я должен поднять обратно этот элемент, то есть он должен посражаться, попытаться пробраться на... Ну понятно, что он не доберется до вершины, но кого-то он может спихнуть в этом подделе. Понятно? А то, что родители клеятся, это нормально? В смысле? А, нет. Это не имеет значения, потому что единственное устойчивое свойство кучи, это то, что у нас верхний всегда больше своих нижних. И все. Ладно, поехали. Значит, мы пишем хип-по. Хип-по. У нас есть список А, и у нас будет как бы return value, да, ну, или result. Значит, очевидно, что этот самый, если у нас куча пуста, то мы не можем это сделать. Поэтому я здесь делаю assert, соответственно, len A больше нуля. Если вообще есть хоть кто. Дальше. Я выписываю себе return значение. Выписываю себе это значение. Значит, result равно кого? А нулевой. А нулевой. Но тут надо понять, если я сейчас не удалю вот эти вот 90, да, 100, прошу прощения, давайте исходим, я поставлю сейчас, 100, 90, 30, 20, здесь там 70. Если я сейчас не удалю отсюда эту сотню, да, ну сохранил ее и все, то получится, ну, сейчас скажу, при спуске, что мне получится. Я перезаписываю и получится. Я же все равно не сравниваю, да? И что мне есть и ты. Да, ну давайте, поехали. Значит, я поехал. Спуск осуществляем. И равно нулю. Попробуем, как есть. Я сейчас не буду подставлять последнего. И равно нулю. Дальше, что я делаю? Да. Пока у меня есть и левый, и правый. То есть, если есть, ну, например, вот предположим, что сюда докатилось, то у меня тут только один левый, ну, тогда просто я его ставлю на место и все. Так, что еще? Но всегда левый, в принципе, присутствует. Так, значит, пока... И умножить на 2 плюс 1, это левый.
Сейчас, может быть, выписать. Ладно, уже внутри. И умножить на 2 плюс 1. У меня существует, то есть, меньше, чем лен А. То есть он еще такой элемент есть. Значит, я не в самом низу. Что я делаю? Если у меня... Если у меня правого нету, если и умножить на 2 плюс 2 у меня больше либо равно лен А, это значит, что правого нет. Давайте я тут буду списывать. Пока есть левый ребенок. Левый зачем? Нет? Да, а здесь что? Нет правого дочернего. В этом случае я что делаю? Я просто вставляю на место А итого, вставляю элемент А и умножить на 2 плюс 2. Ой, плюс 1. А? Федорович, у нас где-то ошибка. Смотрите, когда 80, но у нее индекс 2, да? Проверяем. 4 плюс 1, 5. 50 индекс. Вот 8, 80 здесь. Да, хорошо. Вот у нее индекс 2. Проверяем. И на 2 плюс 1, 5 меньше лен А. Лена у нас 5. Неверно. А у нас есть. Сейчас 5, сейчас 6. Потому что лен А, сколько элементов? Элементов 6. Это 5, это максимальный индекс. Он равен для нас минус 1. Ошибки нет. Значит, еще раз, если у меня возникла вот конкретно такая ситуация, да, вот в этом месте, то есть у меня правого нет, а левый есть, но правого нет, то я просто подставил. На самом деле эта ситуация особенная, потому что в этом случае никаких лишних подъемов не надо делать, не надо никого переставлять. То есть этот товарищ просто встал, все. То есть я могу прямо вот тут заканчивать вообще функцию. Ну, правда, вернув, естественно, return result. А если так получится? А? А если так получится, что этот элемент будет как бы меньше, чем другие? Ну, то есть, если бы у нас было не 70, это 15, например, после 80. Замечательно. 15. И вот мы его подняли на место 80. И получается... никаких проблем. Потому что у него нет дочерних. Он не нарушает свойства кучи. А свойства кучи это именно дочерние. Он меньше, чем 100. Все. Какая разница, что тут те, кто больше, они в другом, с другой стороны горы там поднимаются. Все. Ну, все равно. Там, может, это великаны будут с той стороны, а тут карлик. Так. Дальше поехали. Значит, там. Разобрались. Значит, вот эта ситуация, когда есть и левый, и правый дочерний. Вот тут вот сразу спрашиваем, собственно, уже их значение. Если у нас А левого, не знаю, может быть, надо было тут таки выписать лево-право, мы уже будем работать в этих индексах. Если А левого, то есть И умножить на 2 плюс первого, у меня... Кого будем предпочитать, левого или правого? Какая разница, в принципе? Ну, давайте левого предпочитать. Больше, чем А и умножить на 2 плюс 2, хотя я бы правого предпочитал. Правого предпочитал. Значит, да. При прочих равных, да? А при прочих равных как раз будет правый. Значит, если левый больше, а если они равны, то будет правый. Все, вот тогда так. Если а и умножить на 2 плюс 1 больше, чем а и умножить на 2 плюс 2, то значит левого мы отправляем наверх. То тогда я говорю, что я меняю местами а и умножить на 2 плюс 1, запятая а и того, равно а и ты, запятая а и у
умножить на 2 плюс 1. И поднимаемся, соответственно... прошу прощения, не поднимаемся, опускаемся. То есть у меня теперь задача спускается вниз. То есть у меня и равно и умножить на 2 плюс 1. То есть если так, то я спускаюсь налево. А иначе, else, я меняю местами правого, значит правый победил. А и умножить на 2 плюс 2 меняется местами с а и т. Соответственно, а и т, запятая а, и умножить на 2 плюс 2. И после чего... И равно и умножить на 2 плюс 2. И пошли в правое под дерево продолжать все сие безобразие. Так. Мы добрались донизу. Всех приподняли. Да, теперь вопрос, что нам сюда, в эту позицию, до которой мы дошли, на которой мы остановились, исключая вот эту ситуацию, если она случилась, то мы уже вышли из кризиса. То есть мы как раз дошли до такой ситуации, что у нас какой-то элемент у нас закончился. И у меня и сейчас умножить на 2 плюс 1. Меньше. Нет. Значит, у меня, да, вот, собственно, я дошел до вот этой ситуации, у меня и сейчас показывает на тот элемент, который, собственно, поднялся. Я перешагнул в него, он поднялся, я перешагнул. Да, мне нужно сюда скопировать кого? Последний элемент, тот, который сейчас там был последним. Сколько там? 70. Да, я его сюда должен буду... скопировать, да, а оттуда его добыть. Значит, что я сделаю? Сейчас, секундочку. Я его сюда вставляю и побежал, да? Ну, поехали. Можно было бы попробовать воспользоваться хип-пушем. Хип-пуш. Хип-пуш. Ну, давайте, ладно, я по-честному. Пишу тогда, что там у меня получается, что я с этого же и, на котором я закончил, я в него кладу, в а и ты, я кладу того, кто находится в самом конце, и мне его как раз надо удалить. У списка есть стандартная операция pop, которая забирает элемент с конца и возвращает его значение. Поэтому а и ты равно a.pop. Как раз удалить с конца элемента, вставить его значение. Это еще цикл while или может нет? Это пока без цикла. Это пока я 70 просто сюда подставил. Но я напоминаю, здесь у меня сейчас, допустим, стоит 30. 90 поделось. И теперь этого товарища побежали наверх. Так. Поехали. Как-то у меня пока и не равно нулю. Ну давайте теперь покороче запишем, потому что это можно записать иначе. Да? Я могу сразу написать и а и ты больше, чем а. Пока и не самый высокий. И а. И ты больше, чем а и минус 1 пополам ты, то есть свой родитель, подняться наверх, поменяться местами, а и ты, запятая а и минус 1 пополам ты, равно а и минус 1 пополам ты, а и ты, и равно и минус 1 пополам.
И в конце, когда я все операции сделал, сохранил свойства кучи, удалил как раз этот элемент, поставил на его место, я делаю return result, который я знал с самого начала. Количество операций и по добавлению, и по удалению, несмотря на все эти сложности и приседания, кажущиеся, ну, они в принципе сложности так, для первого курса, но на самом деле, представьте себе, что здесь хранится у нас высота этой кучи 10 элементов, соответственно, там почти 1000, да? У нас получается что? 1000 элементов. В 1000 элементов найти максимум, это сколько операций? Ну, 1000, да? Если обычным алгоритмом бежать. А здесь как? 1. Логарифм по основанию 2. Высота логарифм по основанию 2 от количества элементов. Ну, или можно так, количество элементов это 2 в степени высоты, ну, минус 1. Потому что у нас здесь 10, сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 элементов, да? 8 минус 1 получается. 2 в кубе минус 1, да? Там выше будет 15 элементов и так далее. Ну, соответственно, наоборот, переворачиваем. И несмотря на то, что у нас вот при удалении возник и спуск, и подъем, даже если у нас было тут один великан, а дальше карлики, 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 а тут все великаны, да? И у меня сейчас великан встал на место ушедшего, да? И у меня самый последний среди великанов, он крупнее всех карликов. И сейчас я на всю высоту буду подниматься, там на 9, да? Буду шагать и топать, это все равно будет дважды высота. То есть 2 умножить на логарифм по основанию 2 от n, это не считается. Это все равно логарифмическая сложность. То есть и добавление, и удаление элементов происходит за логарифмическое время от количества элементов в куче. А теперь, собственно, фишка. Можно еще сделать? А вот для хип-пуш мы должны были просто return A сделать, да, и все. Ну, в конце. Return A нет, хип-пуш return A не нужен. А меняется по ссылке. То есть меняется тот самый А. Нет, нигде А равно. Нет потери связи со старой ссылкой. А А список он изменяет. А теперь, собственно, сортировка. Сортировка. Пирамидальная сортировка называется. Нет ничего проще. Дальняя сортировка. Она выглядит так. Вот у нас есть список. Давайте сделаем его кучей. Сделаем список кучей пирамиды. А потом будем доставать из него элементы, согласно хип-попу, да, доставать из него элементы и выводить их в новый список. Ну или в оригинальный. Да? Давайте я сейчас при помощи вспомогательного списка это сделаю, чтобы воспользоваться своими собственными этими функциями, да, я делаю список оригинальный. Вот у меня A, да, это, ну, давайте, я лучше функция. Def, heap, sort. Def, heap, sort от A. Значит, ее можно делать без дополнительной памяти, но я сейчас не буду выпендриваться. Поэтому я делаю, собственно, H, да, это у меня будет куча. Она у меня является списком. Пустым, пустая пока куча. Что я делаю? Я беру, добавляю все элементы for x in a, двоеточие, и запускаю функцию heap push для списка h, который является кучей. Затем, все, вот к этому моменту у меня все элементы вставлены с сохранением свойства кучи, они в h валяются. Теперь что я делаю? Я побегу for i in range len a. Ну, оригинальная длина, она и там, и там. Что я буду? В a и ты я кладу того, кто у меня сейчас достан из кучи. A и ты равно h точка hip-pop от h. Хип. Оп. Вот H. Все. Причем это сортировка
имеет сложность O от логарифма по основанию 2 от, O от N умножить на логарифм по основанию 2 от F. Но почему N? Потому что N раз это нужно сделать. Это логарифмическое действие, от конечно нужно сделать N раз. Это ее асимптотика. Чем эта сортировка плоха? Да, она на месте происходит. Да, то есть вот прям можно, ну я сейчас пользовался, еще раз говорю, дополнительно, но можно и на месте. Чем плоха? Один единственный минус у нее. То есть это ее большой плюс. Плюс. Да, little минус. Она неустойчивая. Она неустойчива. То есть в ней элементы, равные друг другу, могут оказаться в другом порядке, не в оригинальном. Она может изменить порядок, оригинальный порядок элементов. Элементы могут оказаться идущими, ну, если они чем-то отличаются. То есть если это солдаты Вася и Петя равного роста, то как они стояли, если мне важно, чтобы они стояли в оригинальном порядке, то нет. Сорт не подойдет. Да. Я стираю сейчас. Все? Да. Вы осознали мощь структуры данных, да? То есть сортировка превращается в шутку, если у нас сама структура данных есть. Когда куча бывает нужна? Вот, в реальной жизни. Именно тогда, когда... Ну, кстати, это сортировка по убыванию. Потому что я каждый раз максимальный ставил в начало. Поэтому эта сортировка будет по убыванию. Стандартная куча существует. Она есть, реализована в модуле HIPQ. Сейчас я открою название. Он хип-пуш и хип-поп только слитно. И еще есть замечательная вещь, когда список нужно прямо на месте захипифицировать, то это делается при помощи, то есть можно сделать так. Давайте я напишу, то есть стандартный способ работы с кучей. То есть мы научились, поняли, а теперь как? Значит, from hip-q import звездочка. Все, у меня есть все функции. Вот у меня есть список А. Ну, не важно, откуда он есть. Там. А равно int input for что там? Int input for I in range n. Ну, не знаю, 100, не важно. А какой-то список есть. Что я могу сделать? Я могу сказать hipify a, hipify a. Это превратить a в кучу. Ну, собственно, вот это действие, вот это вот действие, оно, по сути, хипифицировало мой список, делало его кучей. То есть оно уничтожало его на оригинальный порядок, превращая в какую-то вот, вот, вот структуру, вот, в соответствии с вот этой логикой. Значит, но оно делало это на месте, в отличие от моего, да? Hipify A. А затем, что я могу делать? Соответственно, hip push и hip pop, только слитно, не так, как я писал. Ну, соответственно, там, давайте, hip push, там, какого-нибудь числа x, да, и там x равно hip pop. О, прошу прощения, hip push a запятая x. Hip pop вот a. Все. Все ясно? Надо уметь кучу реализовывать для зачета. Вот эти вот вещи нужно. То есть можно это дело подупростить, ну, в индексы выписать там. И только их нужно же обновлять каждую цикл. Да? Почему я не стал, потому что здесь на входном было вот это вот. Потом думаю, что может быть стоило их все-таки назвать и L, и N.
Нет, не принципиально. А вот эта звездочка, она просто функция называется. Где звездочка? Импортирует. Ну, импорт-звездочка. Дело в том, что звездочка является символом Джокера в файловой системе. Когда работаешь в терминале, то звездочка означает любое количество любых символов. И в данном случае это имеется в виду все. То есть, ну, типа, как квантор для любого, да, только для программиста. Так. Теперь мы с вами познакомимся с такой замечательной структурой данных, которая называется хэш-таблица. Это настолько просто, настолько гениально, что иногда трудно объяснить. Но можно сказать, что словарь дикт и множество сет в питоне устроены именно так. Представьте себе такую задачу. У меня лежит множество дипломов МФТИ. Не отсортированных, а бы как фамилии лежат. И у меня есть множество вкладышей в дипломы. Задача замдекана. Секретаря декана. Требуется вложить вкладыш в каждый диплом. При этом задача сортировки не стоит. Но мне требуется сопоставить, то есть ровненько, да? Сопоставляю по фамилии. Понятно? То есть я смотрю там фамилию, смотрю ту фамилию и вкладываю, соответственно, вкладыш в диплом. Вопрос, как это сделать побыстрее? Можно ли это сделать, насколько быстро это можно сделать? Вариант, нуль вариант, да, первый вариант. Полный перебор. Берем первый диплом, перебираем все вкладыши, вкладываем, откладываем. Берем второй диплом, перебираем все вкладыши, вкладываем, откладываем. Берем третий, ну, полноперебор на алгоритм, он является тривиальным и часто не таким плохим, как кажется. Вот. Но очевидно, что количество элементов, количество операций будет квадратичным. Вот просто ясно, как сортировка пузырьков, да, там сумма арифметической прогрессии n, а там от 1 до, от n до 1. Вот, можно ли быстрее? Ну, мы уже умеем сортировать за не квадратичное, а за логарифмическое умножить на n время, на n логарифм n. Сортируем дипломы за n логарифм n, сортируем вкладыши за n логарифм n. И собирает, просто зипуем массив пар, да, список пар. Классно? Классно. Хорошо? Хорошо. Замечательно. Получили отсортированный в итоге список. А можно ли быстрее? Если не требуется сортировка. Оказывается, можно. Давайте с вами подступимся к этой задаче через задачу о телефонном справочнике. Точнее, не справочнике, а о определителе номера. Ну давайте напишем заголовок хэш-таблица, а то будет непонятно. Давайте сюда. Главное сюда. Хэш-таблица. У меня, допустим, сломался телефон, я купил новый, в нем нет моих номеров телефона. И часто ломаются эти телефоны, мне нужно по бумажному списку людей, то есть составить какую-то записную книжку, не электронных, в которой я по номеру человека смогу находить фамилию, имя, отчество, чтобы я понимал, брать или нет. Но задача осложняется тем, что человек сделает там 3-5 гудков и повесит трубку. То есть мне нужно это сделать за 5 секунд. Понятно, да? Проблема довольно-таки большая, то есть это требуется быстренько сделать, причем руками. Допустим, линейный поиск. То есть у меня есть номера телефонов. Давайте я сейчас их короткие буду писать. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 2, 1, 3, 2, 1, 6, 7, 3, 2, 1, 6, 6, 5, 2, 1, 1, 1, 1, 5, 2, 2, 2, 2, 0, 2, 1, 2, 3. Давайте. Ладно, пускай. Вот, допустим, у каждого телефона есть какое-то имя. Вася, Аня, Дима, Рома, Миша, Ира. Ну, что там еще? Катя. Катя, отлично. Катя. Таня. А? Таня. Все. Ничего. Итак. А первый вариант – линейный поиск. Запускаем линейный поиск. Подходит? Нет, подходит? Нет. Ну, обычно люди так и делают. То есть вот у него листочек перед глазами, и он по нему ищет. Но это хорошо, когда это все на листочек помещается. А телефонных номеров у опытных пользователей телефона бывает и под 1000. А под 1000 так глазками не пробежишься. Ну, что можно сделать? Можно, конечно же, отсортировать номера телефонов и быстренько отлистывать. Но, во-первых, не все так может быть ровненько. Как видите, у меня здесь бинарный поиск в чистом виде не сработает. То есть, если я вижу номер, начинающийся с пятерки, то я буду, допустим, я его отсортирую, сейчас седьмерку отправлю туда, допустим, я бью в середину списка, да, ну не совсем. То есть тогда я, если я отсортирую список, как вы помните, алгоритм бинарного поиска в списке, срабатывает за логарифмическое время. То есть я могу сделать так, чтобы искать за логарифмическое время, если я отсортирую список. Да, правда, возникает вопрос, а как быть, если я хочу еще оставить возможность добавлять номера или кого-то еще и вычеркивать оттуда? Причем, чтобы по-прежнему можно было всегда быстро искать. Ну ничего страшного. Это же сортировка вставками фактически, да? Ну, просто вставку сделать в отсортированный массив. Это не очень долго, в принципе. Не так страшно. Хотя, все-таки, там N, то есть O от N. То есть операция поиска за логарифмическая, а вставка за O от N. Не красота. Не совсем красиво. Но я хочу вообще радикальную скорость. Вообще увеличить ее. Так, чтобы я сразу, вот звонит, миллион номеров у меня будет, а я за 5 секунд раз и нашел. Как это сделать? Ну, вряд ли. У меня тут сейчас шестизначные номера. Да? Если бы у меня была записная книжка, в которой у меня миллион страниц, то я бы записал на соответствующую страницу, то перевожу на язык программирования, список с соответствующим количеством элементов, то я просто в этом элементе ищу имя. А если имени нету, то, соответственно, там в ячейке будет лежать нан. То есть для всех остальных номеров там будут нан, пустота. Да? И тогда я смогу обрабатывать за О от единицы. Да? Красота. То есть нужно просто сделать массив, в котором будет количество индексов такой же мощности, как множество возможных телефонных номеров. Что меня смущает? То есть у меня есть то, что я, собственно, хочу, почему я сортирую, да, эти пары. Да? Это называется ключ. Вот этот ключ принадлежит множеству ключей. Мощность множества ключей, кардинальное его число, оно много-премного больше, чем что? Объем оперативной памяти. Ладно, для миллиона я еще, может быть, найду. А реальность-то какова? Ну, как минимум 10 знаков, да? Даже у телефонов. А на самом деле ключи могут быть еще более сложными. То есть, если те же фамилии в дипломах, да, там, мы сейчас дойдем до дипломов, да, то у меня, ну, в общем, много больше, чем объем оперативной памяти, чем АЗУ. Что делать? Значит, мы не сможем сделать такой вот массивчик огромный, чтобы всех поместить в этом массиве. Да и он будет очень разреженный. Зачем? Реально я собираюсь хранить сколько? Давайте вот что я скажу.
намного больше не объема оперативной памяти, а того объема, который я собираюсь хранить. То есть у меня есть некоторое количество номеров, которые я собираюсь хранить. Потенциально возможно. То есть самый безумный сотовый телефон, ну какая-нибудь адресная книга, самая безумная, она не собирается хранить реально миллиард номеров. Правда? Хотя десятизначные номера поддерживаются. Понятно? Ну миллион, да даже миллион трудно себе представить, да, ну скорее 10 тысяч уже даже достаточно. Вряд ли кто-то больше 10 тысяч номеров будет хранить. Ну на всякий случай можно дать миллион, ну в общем, можно взять какой-то масштаб, который разумен и точно поместится в оперативной памяти, да? Это понятно? Вопрос вот в чем. Я хочу сделать такое же устройство, но поменьше. Да? И сделать пространство индекса, давайте я сейчас промежуточек сделаю. Сделать пространство индекса, множество и, оно числовое множество от 0 до n max. Да? То есть это и является и такое, что у меня не принадлежит и. И такое, что и меньше, чем n, и при этом и является натуральным числом. Ну, понятно. А, натуральным. Натуральным числом с нулем. Объединено с нулем. С множеством содержащим. Ну, в общем, разумные, нормальные индексы, чтобы мне было удобно. Мне нужно только что научиться сопоставлять ключи и индексы. Давайте сделаем это как-нибудь так. Допустим, у меня вот конкретно вот эта задача. Допустим, у меня есть записная книжка, на которой у меня есть 10 страниц. Больше нет пока. 10 страниц. Количество номеров, которые я собираюсь хранить, не так уж и велико. Я возьму их по первой циферке, буду смотреть на номер и писать его в соответствующей странице. Вы сразу видите, что я тут номера так написал, что у меня получается, что на первой странице у меня, конечно, один номер, но на вторую страницу мне придется записывать 1, 2, 3, 4, 5 номеров. То есть у меня сами номера, сами реально используемые номера, они могут в потенциальном множестве ключей быть достаточно плотной группкой. То есть эти ключи, они как бы похожи друг на друга. И если алгоритм у меня будет слишком примитивен, а у меня сейчас он, конечно, примитивен, то у меня целая группа, ну понятно, что здесь будут под множество сжиматься в элементы. То есть у меня возникают, будут вот эти столкновения, они по-английски называются коллизии по-русски. Их любой это говорит, произошла коллизия, да? Когда у меня двум индексам, одному индексу соответствуют два разных элемента с одинаковыми ключами. Но это потенциальные коллизии пока. Да, и если я сделаю именно такое преобразование, то у меня получится, что на вторую страницу, куда я вообще-то один номер собирался писать, реально приходится писать целых 5. И вот все дело возвращается обратно к линейному поиску. То есть мне нужно снова, представьте себе, что все там 1000 номеров, и они все на второй странице. Ну или хотя бы 100, но все равно, это не то самое охват единицы, которого я хотел. Понятно? Вот. Значит, что я могу сделать? Мне нужна такая функция, которая осуществит перепутывание, которая близкие элементы сделает существенно, то есть вот они рядышком вроде бы друг с другом расположены, а она их разбрасывает, этого туда, этого сюда, этого сюда. Понятно? Это не исключает коллизии, потому что происходит сжатие по мощности. Да, то есть у этого мощность равна nmax. Да? Nmax. Mi равно nmax. Вот. Не исключает коллизии. Ну давайте я пока не буду ее рисовать. Но самое главное, что нужно классно сделать это перепутывание. Ну какой есть вариант? Ну есть такой вариант. Сумма цифр поделить по модулю на 10. Остаток при делении на 9. Ну, на 10. Сумма цифр. Да?
Ну, это он же остаток определений на деле называется, да? В общем, сумма цифр, просуммируем все цифры и возьмем, да? И окажется, что у меня это, ну, неплохой способ. Есть другой, можно взять и сделать массовый XOR, битовое исключающее или. XOR, вы этой операции пока не знаете, но не вникайте в глубоко. Ну, это когда логика была, я ее упоминал, там, в принципе, логически, но битовый не объяснил. В контесте был. Ок, хорошо, что, значит, встречали. Ну, в общем, тоже как вариант можно вот так вот сделать. И можно вообще позвать математиков, сказать, дорогие математики, придумайте нам на все случаи жизни вот такие вот функции. Математики говорят, о, отлично, только наша функция, она будет не на ваш, мы же не можем под вас подстраиваться каждый раз, она будет на удобное для нас множество, да, я его назову буковкой H, а функцию, которая занимается вот этим вот перепутыванием, то есть это множество, это числа, да, это числа, но это множество, оно имеет какую мощность? Ну, надо так, чтобы математиков каждый раз не гонять, значит, мощность этого множества должна быть довольно большой по сравнению с любым потенциальным размером таблицы. А вот это действие, оно может быть уже довольно тривиальным. Понятно? Ну, какого характера? Ну, например, h по модулю nmax. Понятно? Это действие перепутывания уже не требует. Ну, то есть тупо хэш-функцию пригнать так, чтобы вот это вот хэширование, да, у меня какому-то индексу разумному соответствует. Понятно? А вот эта функция, собственно, как раз и называется хэш-функция. Понятно? Математики понапридумали много хороших, а главное, быстро вычисляющихся хэш-функций, которые за какое-то разумное, быстрое, конечное время для конкретного элемента вычисляют, для конкретного ключа, то есть в данном случае номер телефона, вычисляют соответствующий ему хэш. То есть я могу сейчас распределить, в зависимости от количества хранимых номеров, распределить и напихивать. Проблема на самом деле остается. Давайте сюда. Оказывается, что хэш-таблица не исключает ситуации, реально встречающаяся коллизия. Она минимизирована. За счет хэширования она уменьшена, эта вероятность. Тем не менее, у нас проблема все-таки может возникать. То есть два реальных элемента требуется сохранить. У них разные ключи. То есть у меня key1 не равно key2. О, прошу прощения. Да, не равны key2. Не прошу прощения. Да, но индекс 1 равен индекс 2. Это называется коллизия. То есть что? Я не имею права отказать в хранении элемента key2, потому что с этим номером у меня еще никого не было. А то, что у меня получился индекс хранения тот же самый, который уже есть, это мои проблемы. То есть у меня возникает механизм разрешения коллизии. А как именно разрешать коллизию? И оказывается, коллизии, что есть, по сути, два пути. Первый путь – это так называемая открытая хэш-таблица. Открытая хэт. И второй вариант – закрытая хэш-таблица. Открытая хэш-таблица подходит следующим образом. Вот у меня массив размера nmax. Я в нем буду хранить не сами элементы, а списки. То есть у меня будет это не просто табличка, в которую можно вписать один номерок. А я могу, если уж совпадут индексы, если уж возникает коллизия, то у меня есть возможность сохранить там не один, а два элемента. При необходимости можно и три элемента сохранить. То есть если уж коллизия возникла.
Понятно? То есть это список списков. Понятно? Заодно решается сразу же вопрос с, знаете, с отсутствующими элементами. Там просто пустые списки. Понятно? То есть задача поиска в хэш-таблице сводится к задаче поиска соответствующего подсписка, а там коротенький список. Почему он коротенький? Потому что хэширование, оно осуществило такую диспетчеризацию. Ну как диспетчер на такси, он не одному таксисту все заказы, а раздает одному, другому, третьему по какому-то принципу. Вот хэш-функция, она осуществила на входе диспетчеризацию. А, ты, ну, а тебе туда. Понятно? И осуществила такое массовое обслуживание. Ну, оно как в теории. Есть такая теория массового обслуживания. Если Яндекс.Навигатор всех ведет по одной траектории, то понятно, что там будет пробка, даже если ее нет. Но это уже отдельная целая наука. Теория массового обслуживания. А как по ключу найдем индекс? Как индекс? Еще раз. Я использую хэш-функцию, которую я займу у математиков, залезу в Википедию, почитаю научные статьи. Или тупо в питоне есть функция хэш. Но это самый тупой вариант, да? То есть я для любого числа, для любой строки, у меня есть функция хэш. Я могу взять хэш от x и его вычислить. Понятно? Ну, естественно, что мне не подойдет, потому что этот хэш, он будет большущий, там миллионы, там огромные числа. Поэтому я его возьму по модулю количества хранимых элементов, где n max. Количество максимально возможно. То есть я заранее заготовляю себе табличку. Потому что он может выстрелить туда-сюда, туда-сюда, но за счет вот этого перепутывания, еще раз говорю, у меня обеспечивается что? Что у меня списочки все очень коротенькие. Вероятность вот такой коллизии, а тем более вот двойной, да, она очень маленькая. Но тем не менее, открытая хэш-таблица решает вопрос именно так. В чем проблема? Ну, это опять сложность внутренней организации, то есть это списки, которые должны как-то динамически меняться, какие-то ссылки, указатели. Надо проще. А если мы не можем так делать, то есть у меня никаких, собственно, ссылок, а это истинный массив. Ну, мы с Python еще не сталкивались с истинными массивами. Но, в общем, хранятся сами элементы, а не ссылки на какие-то объекты. То есть тут реально хранятся числа. То есть я могу сюда, ну, там, пары числа. То есть у меня без вариантов, вот возникает коллизия, а у меня уже элемент там хранит. Давайте я сейчас сделаю хэш-функцию тупой, в которой по последней цифре, или по первой цифре, а числа, которые я туда сейчас буду загружать, двузначные. То есть у меня тут хранится число, например, 0,3, здесь там число там 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, да? Сюда число 21 отправилось. Да, сюда число 56, да, здесь число какое-нибудь 68, да, замечательно. А теперь мне надо добавить число 23, а у него индекс 2 соответствующий. Куда пихать? По идее, сюда. Могу ли я сказать, о, нет, ну если мне придет сюда попытка сохранить число 21, то я откажу, я скажу, извините, такой номер телефона у меня уже есть. А тут я отказать не могу. Таблица закрыта, что делать? Вот тут наступает самое волшебное, что может быть. А давайте сохраним не по его адресу, а рядышком. То есть просто перекладываем его рядом. То есть его место хранения не соответствует его хэшу, его индексу. Понятно? Вопрос. Ну, а что делать, если у меня, ну, еще такая ситуация возник, придет еще какой-нибудь 25. Я пытаюсь сюда, тут занято. Ну ничего, тут, а там занято. Ну ничего, тогда туда. А если у меня теперь придет какой-нибудь элемент, который вообще-то должен храниться, там, не знаю, в четверке, например, да? 40. Да?
А тут уже занято, причем не тем, кто там живет. Какая разница, тем или не тем, но уже занято. Кто в теремочке живет. Ну, то что, ладно, жить рядом, рядом, рядом. Ну, сначала, естественно, циклически бежали, да? О, сюда. Не, ну больше, чем 6-7 элементов здесь хранить невозможно. Закрытая хэш-таблица, она реально закрытая, у нее есть предел хранения. Да? А если я буду искать, давайте я 40 сейчас удалю, а если я буду искать элемент, что я должен делать? Ответ, я ищу его местоположение, которое должно быть, его я нахожу за от единицы, а потом начинаю бежать по следующим элементам, искать, а есть ли там, ну, пока не обнаружится отсутствие в ячейке вообще, то я ищу, не он ли является тем элементом. Причем самое забавное, что вполне возможно, так, 56 я оставлю, а 68 Сатурн. Вполне возможно, что какой-то из элементов, например, 20, пытаясь найти себе свободное место, проскочил элемент с другим хэшом. Понимаете, такое возможно вполне. То есть у меня возникает в дополнение к стандартному простому поиску такие линейные поиски. Там он тоже был. То есть при наличии коллизии он тоже был. В общем, вывод какой? Надо постараться просто тупо минимизировать коллизии. Они плохи и для открытой, и для закрытой. Они плохи. Но пока количество... А что делать, если у нас вдруг возникают коллизии? Коллизия, это что значит? Значит, я слишком много элементов пихаю. Уже таблица не предназначена под такое количество. То есть этот самый nmax. nmax, количество максимально возможных хранений. Пока их мало, коллизий вообще не возникает, или они случайны. Получается, что у меня время О от единицы на добавление элемента. А потом, когда у меня заполняемость превышает примерно там, 20-30%, количество коллизий начинает расти. И в ситуации с открытой хэш-таблицей это выходит на линейный уровень. Ну, дальше только диспетчеризацию по спискам. А в ситуации с закрытой хэш-таблицей это приходит к невозможности хранить, то есть оно достигает предельного n размера, когда нам для поиска элемента требуется n операций, тупо как в списке бежать по всей таблице. Ну и на этом дело заканчивается, больше хранить нельзя. Ну вот надо работать вот так. Понятно? Конкретные уже алгоритмы и так далее мы не будем писать. Но смысл в том, что хэш-таблица позволяет за O от единицы добавлять элемент и находить его за O от единицы. Возвращаясь к задаче о дипломах и вкладышах. Берем диплом, хэшируем. Берем вкладыш, хэшируем по фамилии. Сразу они встретились. Понимаете? То есть мы тупо сделали в хэш-таблицу одних и по хэш-таблице нашли другие. Все, мы сопоставили. За N операций. Понятно? Ну, правда, сортировки при этом нет. Все, на этом мы заканчиваем. Спасибо большое. В следующий раз консультация.